В Дербенте задержаны серийные воры. Двое молодых людей вскрывали местные магазины и аптеки. После очередной кражи они попытались скрыться и были пойманы. Сотрудники полиции задержали воров. Какое наказание им грозит, узнавал Камиль Девятов. Они наживались на серийных кражах. В основном брали магазины и аптеки. Как правило, на работу молодые люди выходили поздней ночью или ранним утром. И неизвестно, сколько бы длилась хроника их преступлений, если бы не грамотные действия полицейских. Хотели легкие деньги, а получили камеру, решетку и весьма нерадужные перспективы на ближайшие годы. Первая кража была совершена в 4 утра 23 февраля. Злоумышленники вскрыли монтировкой рольставни торговой точки и похитили продовольствие и табачные изделия на значительную сумму, после чего скрылись. Двумя днями позже подельники попытались совершить еще одну кражу. В 2 часа ночи, пытаясь проникнуть в магазин, они уже почти взломали входную дверь. Однако оперативные действия прибывших на место полицейских помешали им довести дело до конца. Следственным отделом МВД России по городу Дербент возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 30 и по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования сотрудники полиции установили, что данные лица и раньше совершали аналогичные преступления. В настоящее время подозреваемые задержаны. Расследование уголовного дела продолжается. Камиль Девятов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Дербент.